Итак, идем по мосту, пытаемся найти, где же знак границы. Я чувствую, что это вот там, где вот мужчина с девушкой остановились. Да. И сейчас мы придем в Швейцарию пешком. Пешком, пешком, пешком. У нас, кстати, уже есть швейцарские франки. Давайте посмотрим, что там происходит наружу. А там рейн течет. Ну, я надеюсь, что это рейн. Вот такая мощная, мощная река такая. Да. Ну, а мы идем дальше. И вот она, граница Лихтенштейна и Швейцарии. Да, вот такой вот знак.